снес данного Святовский? Отметка 35, 40. Оу, и его грубо бросает на землю, схватив за маску. Что? Куда ты смотришь? За маску взял. Как это называется? Я не видел нарушения, сэр. Серьезно? Козел ты. Я не спорю с уголовниками. Да, нет, мы просто обсуждаем. Да, что? У них арбитры куплены! Ладно, ладно, ладно. Чё? Слушайте, у меня идея, как закончить с этой фигней. Встали. Красные 56. Прикрывать седьмого! Красные 56. Даже у меня там заболело. Отлично! Живой? Четверть какая? Пятая! Нет, нет, первая четверть. Хорошо! А он кричит, ой, мои яйца! Ну что, дальше? В левое теперь целимся. Встаем, встаем, распределяемся. Слышь, судья, ты игрой смотреть будешь? В четвертом дауне на линии 22 заключенные решили побороться. Сели, готовься. Красные 50! Красные 50! Игра! А надо всегда защищать свои яйца! Может, теперь будем судить по-честному? Как годится? Годится. Хорошо. Мокрые вилли. А, нравится? И мяч переходит к охранникам после двух самых странных атак, которые мне довелось видеть. Так, парни, теперь мы знаем, у кого нет яиц, да? А у нас имеются? А то! Есть! Яйца есть? Да! Да! Пошли их метить! Святовский, давай по-нашему! Белый 50! Белый 50! Игра! Кнауэр, распасовка. И противник идет на блиц. Ау! Огромный Святовский придавил его, как холодильный шкаф с кока-колой. Интересная игра. Красивая улыбка, Боб. Спасибо, Крис. Зеленые 90! Третий даун и 5 ярдов до результата. Передача Мэггиту. Он идет к 40-й, чуть не хватило. Но глядите, Турли толкает всю кучу малу. А теперь игру. И это первый результативный даун. Вот это да! Но что творится? Нет, надо понемногу наводить порядок на площадке, а то понадобятся мешки для трупов. Ну все, парни, встаем! Начало второй четверти. Заключенные отстают на 2 тачдауна, но они изменили ход игры. Кру, передача понизу Мегиту. Мегит рвется за результатом. Обдурил меня. Да. Знаешь, Энгельхард, ты самый классный игрок в их команде. Ох, Пол, мне твоему противнику и такие слова. Давайте, погнали. Все, собрали! Игра! Первый даун, охранники на 25-ярдовой. Кру, короткий пас Дьякону Мосу. Его жестко останавливают, но 30 ярдов уже пройдено, и это первый даун. Игра! Кру пытается вывести команду на табло. Будет бросок. Мяч поймал Дьякон Мосс и тачдаун. Здорово, Дьякон. Похоже, досрочного окончания матча не будет. Заключенные размочили счет. Обе команды очень стараются. Что с тобой? Ведешь себя как девка из группы поддержки. Зато по-спортивному. Заткнись. Черт возьми. 2 минуты 11 секунд до конца первого полупериода, и Данэм вернулся на позицию фулбека. Массивный игрок, 180 кило живого веса. Данэм рвется вперед. Его не так-то легко свалить, но все-таки валят, когда он прошел 15 ярдов. Вот как белые играют в футбол. Будь я в защите, расколол бы твою продолговатую тыкву. Так ты не в защите, правильно, Питер? Святовский! Иди сюда. Знаешь, что он сказал мне в библиотеке? Да, он. Фас! За защита! За защита! У заключенных, похоже, нет ответа Данэму, который пробегает в среднем по 12 ярдов за заход.
Зеленый 60! Зеленый 60! Ой, как снес данного Святовский! Он, кажется, обделался. Надо же, обделался-то прямо как слон. Слышали, говорил же, он у меня обделается. Я пришлю тебе книжки в госпиталь. И подгузники. 19 секунд, а нам еще столько наверстывать. Ну, выродки, помните нашу тренировку в грязи? Да ты чего говоришь? Это же школьные фокусы. Да, вот и попробуем школьные фокусы. Взяли защита, начали! Приготовились. Зеленый 80! Зеленый 80! Начался отсчет секунд. Круат дает мяч Мегиту. Это реверс. И мяч у Чизбургера Эдди. Пошел, родной! Пас! Мяч у Дьякона. Не даем! У Трули. А часики тикают. У Брюси. Отзвуки матча Калифорния Сэнфорд. Снова у Кру. Он бросает Мегиту. Не давать! И посмотрите, как побежал малыш Мегги. Осталось 3 секунды. Пошел! Он пройдет до последней черты. Тачдаун! Еще так! Вот так! Еще так крикни. Здорово. Thank you.